Всем привет, с вами Candle Cat, и сегодня мы продолжаем играть в Текому. И вы видите, что уже это другой день, не то что вчера я записывала много серий. И к сожалению, у меня тот самый не загрузился. Я все-таки не закончила то видео, вообще не закончила. Я не сказала всем пока, всем баюшки, баюшки. И я об этом пожалела. И я не знаю, какую... Так, вот она, наша сохраночка, где мы должны оказаться где-то. Что? 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 Что, мать его, бери! Я не пойму тебя. Мы еще не были в кабинете преподавателей! Что? Нам придется снова проходить! Да вы меня сегодня покараете! Что будет, если мы ее не полечим? Мне так холодно. Это конец? Я не знаю, что делать. То ли на ее истратить аптечку, или не истратить. Я даже не знаю. А, да, вы, наверное, заметили, что моя обстановка-то поменялась. Кроме кресла. Кресло, оно кресло. Кресло не меняется. Кресло на всю жизнь. А обстановка в другую комнату, на более верхней, поэтому я могу ночью снимать, и меня никто не... потревожит. Поэтому никто меня не остановит снимать видео. Ха-ха-ха-ха! Вы этого не видели. Ладно. Я с ума сошла. Ну, как мы и тогда дали ей аптечку. Я думаю, что все-таки использовать. И она просто исчезнет. Она исчезла. Она исчезла. Это немного странно. Собираем все, что мы не собрали, потому что это очень важно. Так, сейчас нам надо пробраться в самое убежище, вот, до кафетерия и кабинет преподавателя. Но мы в класс географии пройдем сначала, а уж потом в кабинет преподавателей. Так, окей, прислушиваемся. Нам надо пройти раз, два и в кафетерий. Окей. Раз. Два. Я ее не слышу. Наверное, так и надо. Мне нравится здесь звук. Так, давайте-ка сохранимся, потому что я не хочу снова проходить это все. Так, 3F1720 было. Это 28-го, сейчас 29-е. И вообще промежуток, видите? Промежуток очень большой. С 12 марта по... 29 марта и по 28 это очень большой промежуток, когда я не играла в хоррор игру. Вообще, я следующую игру собираюсь Don't Starve проходить. Как бы так, оп! От страшной игры. Предлагаю маршрут нарисовать или нет. Ну нет, мы сначала 3Б, класс географии. Так пройти. Ну, у меня это так, такое предположение. Да? Почему бы так не пройти? Угу. Окей. 3Б. Читакра 2. А, окей. Раз. Два. Вот он класс, которым нам нужен. Да-да-да, это тот самый класс. Класс география.
Вот я про вам и про это и говорю. Класс преподавателей как раз близко. Так, отлично. Получается, сейчас мы пропуск... Так, мы поднимаемся и в класс преподавателей. Я никого не слышу. И это радует. Но и в одно время пугает. Вверх. Открываем. Немного пугает это, но что поделать надо. Так, надпись со сход. Так, это я все читала, на этом я закончила и не закончила. Так, это мы все это смотрели. И вот, вот единственное, что меня шокировало, я не пойму, что это, я вот... Пароля нет, и внутри тоже ничего интересного. Стоп, вылезает какая-то программа, она что-то печатает. Где ты стоишь? Выбрать красную звезду, либо выбрать синий круг. Я не знаю, что выбрать. Звезда, круг. Я так понимаю, звезда это ночь, круг это солнце. Так получается, а... Выбираем. Сколько сейчас времени? Выбрать солнце, выбрать луна. Сколько? Выбери одно из двух. Монета, ключ. Монета это богатство, я так понимаю. Ключ это свобода. Ключ это выход. Это к выходу. Я выбираю. Выбери одно из двух. Вниз или вверх? Я предполагаю, что лучше вверх, потому что мы сейчас внизу. Это поможет нам. Так, сейчас, я не знаю, почему-то не уходит этот восклицательный знак. Отсюда я не знаю, что еще нужно тут найти. Что-то понять надо, какой-то я не понимаю. Оказывается, что у нас самая флейта, которая... самый... Эти знаки красные активируют в классе биологии. Да, в классе биологии. Я предлагаю класс географии, 3Б, спуститься и вот так вот. Я не знаю почему, но тогда я умерла возле класса биологии. Я думаю, что в следующий раз такого не произойдет. Это из-за того, что она еще за мной, кажется, бегала. Ну, или нет. Ладно, что ж, спускаемся. Это будет легче. Пареной репы. Ладно, не важно. Так, спускаемся. Ага. Все, я запомнила. Да. Да-да-да. Фу. Так, мы здесь, 3Б. Я предлагаю... Я даже не знаю. Вниз, вниз. Два. Пробегаем. Вниз, вниз. Два, два. Угу. Все ж, побежим. Раз, два. Раз. На два. О. Да, биология это самое, что нам и нужно. Так, антидот. Так, монета. О, монета это хорошо. Монета. Окно не разбито. Такое чувство, будто все окна в школе вставили бронированные стекла. Выглядит... Небезопасность. Все написано на корейском, но мне эти слова не знакомы. Вода.